Бедность по всей России до сих пор остается острой социальной проблемой. И это несмотря на экономические успехи последних лет и наметившийся рост доходов населения. Поэтому президент России Владимир Путин поручил правительству снизить 2 раза уровень бедности в России до 2024 года. В регионах идет активное обсуждение пути решения проблемы. Мы всех людей, которые проживают в Ульяновской области, должны обследовать, которые проживают за чертой бедности. Все семьи. Каждого человека надо понять причину бедности. Нужно выработать в отношении каждой семьи меры поддержки. В силу внешнеполитической обстановки, торговых войн и санкционного давления на Россию, число бедных в стране заметно увеличилось. Только по официальной статистике почти 18% региональных семей нуждаются в социальной поддержке. В самое ближайшее время будет проработан вопрос создания специальной группы, которая займется решением этой проблемы. В первую очередь проанализируют причину бедности и затем будут выработаны универсальные механизмы, направленные на увеличение доходов граждан и снижение числа бедных. Особенностью Российской Федерации является то, что есть люди, которые считаются бедными, но они по факту далеко очень даже не бедные. Поэтому мы должны помогать тем, кто действительно нуждается, а не тем, кто на бумаге посчитан таким образом. Глава региона поручил Кабинету министров и главам районов повысить эффективность социальной поддержки семей. Это касается в первую очередь адресной помощи, внедрения современных социальных технологий оказания помощи и системы социальных контрактов. Помимо того, что нужно говорить об адресности поддержки, направленной реально на того, кому это нужно для того, чтобы повышать уровень благосостояния, помимо повышения заработных плат, которые должны происходить на предприятии для работающих, нам нужно говорить еще о совершенно конкретных муниципальных программах заботы и особенно направлять их на семьи с детьми. На федеральном уровне уже запущен пилотный проект, направленный на сокращение числа бедных. Так, по плану мероприятий за 5 лет уровень бедности в 8 пилотных регионах должен быть снижен как минимум в 2 раза. Таким же показателем будет стремиться и Ульяновская область. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.